В этом зале сегодня собрались генпрокуроры двух государств и их заместители прокуроры регионов России. Юрий Чайка поздравил Мазарчина Жаргалсайхана с недавним назначением на должность генерального прокурора Монголии. Также он подчеркнул, в июне этого года в Бишкеке на встрече глав России, Монголии и Китая президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил перспективы активизации российско-монгольского взаимодействия. Полагаю, что сегодняшняя встреча и запланировано подписание программы сотрудничество между прокуратурами России и Монголии послужит импульсом к дальнейшему наращиванию межведомственного взаимодействия и придадут ему более системный характер. В рамках реализации указанной программы прокуроры не только обмениваются опытом защиты окружающей среды на семинарах, но и смогут оперативно применить его в рамках согласованной, создаваемой для этого рабочей группы. В свою очередь иностранные коллеги рассказали о своей работе, связанной с защитой озера Байкал и реки Селенга. Генеральная прокуратура Монголии уделяет особое внимание на формирование выгодного механизма борьбы с преступлениями и правонарушениями против окружающей среды и их профилактики, на выполнение обязанностей перед международными договорами и конвенциями данных направлений, членами которых является Монголия. Охрана природы сейчас актуальна для всех стран. В качестве примера генпрокурор России привел масштабную трагедию в Тулуне, где затоплены человеческие судьбы и обнаружены десятки погибших. Это все происходит прежде всего от того, что человек вторгается в природу, нарушает ее законы. Поэтому наша совместная задача с вами защитить вот ту жемчужину мировую, которым является озеро Байкал, река Селенга, которая впадает в него. Чтобы избежать подобных природных катастроф, прокуроры подписали двусторонние соглашения по защите озера Байкал и реки Селенга. Завершилось мероприятие памятным фото. Ирина Томчик, Александр Барановский. Новости сейчас.